Мы Ну, продолжаем. потому что как-то получается, что 20-го года во всех партиях у нас уже безнадежно. Так, ладно, Причем давайте поиграем в солидный гамбит. запас. Ну все, все, сейчас я не запарю. Я просто, блин, ответственность хочу хорошие ходы делать. Да, большая ответственность. И поэтому делаю плохие. Я бы сдал фигуру, сыграл бы 2 на реально, c4, конь d4. На cb просто аб. Как раз Так, а мы весело. сейчас, знаешь, что подготовим? Мы подготовим, не знаю, 2-0. Хорошо, подготовим. Так. Ладно, нормально, всего пешки не хватает. Без компенсации. Ну ладно, и хуй. Стоп. Это побить надо. Зачем? Безусловно. И это побить. Зачем? А, все, не мои ходы, занимайтесь. Это побить надо, нет. Нам мы, же мы, не мои ходы, я побольше гурбу. Нет, просто мы освободили дорогу. Ладно, нормально. Коня на h4. Зеваем на e4. Нормально. Все, мы сейчас мат должны дать. По моим расчетам. Понятно. Ну, коня на h4. Ладью за... Чё ты на фигурами там отдавать? Никого не мотнешь. Сейчас h6 будет. А стоп, конь f6 просто. Да уж. Конь f6, конь f7. Ладья f7, конь e5. Опа. У меня была такая идея, я думал, ладья e8. А нету этого. Ладья e8? Стоп, на h6, ладья e8. Конь f7 тоже. Конь e5, да, выигрывает. e5 выигрывает сейчас просто. Все фигуры под боем. Ты о чем? Нет, вот если тут h6, то я хотел ладья конь f7. Так там поле e5 нет. Да он хотел ладья. Я ладья e8 хотел. Ну как вот h7 и чё? Ну этого я не видел, я думал. И ладья f8 тоже. Ну может там есть что-то? Нет, ну ладья f8 еще сильнее там. После ладья e8. Ну что, сдаться надо теперь? Ну, конем. Ферзь h5 и ладья e8. Поменяй ферзей наконец. Нет, ферзей. Ради матов 2 хода, поменяй ферзей. Ферзей не меняю. Ну пойди, ладья e8, съешь его бесплатно тогда. Ферзей не меняю. Тогда ферзей на доске. Ради матов. Что, давай, логику свою приведи дальше. С ферзями легче поставить мат, да? Но ты и так его ставишь. Да я прикалываюсь, нет логики. Ну давай ферзь h5. Сыграй ладья e8 тогда, давай я мат поставлю. Я думал, может что-нибудь другое есть, чтоб не менять ферзей. Да есть, конечно, просто мат 2 хода.